Здравствуйте, 5 ноября 2019 года. Мы едем в город Салоники, это северная столица Греции. Еду по своим делам и отправлю еще одну посылочку Леночке в Баку. Погода, мягко говоря, прекрасная. Я, наверное, уже надоела всем со своей жарой. Сказать, что тепло, ну как вам сказать, можно сказать, что уже жарко. 11 утра, все снимают уже курточки и кофты, в которых выходят утром. Утром, да, и вечером, конечно, прохладно. А вот сейчас погода, ну просто замечательная, летняя. Дальше я покажу немножко Салоники. Здесь такое замечательное место, называется Коринос, Коринос. И я сейчас покажу вам. Здесь очень хорошо относятся к животным. И вот даже... Так, не видно, я сейчас подойду поближе. Так как сюда обычно подбрасывают животных, вот даже, видите, будки стоят. Сейчас одна, значит, животных немного, а так обычно две будки стоят. Здесь продают сэндвичи, готовую еду. Ну и обычно животным достается много и кормят их здесь. Сейчас, правда, я не видела ни одну собаку. И даже кошек не видела. Ну, наверное, у них сейчас утренний мацион. На пальмах урожай созрел. Созревает. Едем дальше, мы уже очень близко к Салоникам. К сожалению, я заболталась, и Салоники не сняли. Но, в принципе, мы и не были в красивых местах, так, в центре города. Пока с ветеринаром поговорили, пока отправила посылку Леночке. Ну, а сейчас мы опять около Олимпа. Очень тепло, очень яркое солнце. Честно говоря, даже не вижу, чего я снимаю. Подъедем, конечно, поближе к морю. Я не знаю, если что-нибудь видно, но это место называется Литохоро. Многие, наверное, его знают. Побывали. О, Господи, какое солнце яркое. Нам опять отменили похолодание. Сказали, что вроде бы до середины зимы такое будет. Ну, не знаю, посмотрим. Очень длительный прогноз. Я не могу сказать, что я жалуюсь, конечно. Очень красиво, но солнце так слепит, что не знаю, видно или нет. Ну, вот такое вот стадо коз. А это пастух на машине приехал. Козы паслись под присмотром собак, а теперь подъехал пастух. Видимо, у него в разных местах стада. Такой день сегодня приятный, просто невозможно. Очень-очень тепло, уже не жарко, но еще очень-очень тепло. Это 5 ноября. Так красиво все и очень-очень ярко. Ух, я ухожу с дороги. Это на меня летит. Нет, это как-то по-другому называется, по-моему, это. Я не знаю. Постоленевта. Нас поприветствовали. В общем, не знаю, как называется, но очень красиво. Кто помнит, подскажите.